29 января в рамках деятельности учебно-научно-практического юридического центра и юридического факультета Полоцкого государственного университета состоялся организованный кафедрой гражданского права республиканский научно-практический семинар «Право интеллектуальной собственности, состояние и проблемы правового регулирования». На семинаре рассматривались различные аспекты права интеллектуальной собственности, в том числе вопросы авторского права, а также права промышленной собственности. Особое внимание уделялось практике применения законодательства об интеллектуальной собственности. На самом деле, готовясь к сегодняшнему мероприятию, я решил взять тему немножко шире и осветить принципы вопроса заключения договора в сфере авторского права, о том, что предполагается, каково правовое регулирование этих вопросов на сегодняшний день, и что в самом ближайшем будущем в этой связи предполагается изменить. Дело в том, что в Республике Беларусь уже второй год ведется работа по подготовке изменений и дополнений в закон об авторском праве и смежных правах. Основная проблема, наверное, с авторскими договорами в том, что их во многих случаях, к сожалению, не заключают, что, с одной стороны, безусловно, приводит к нарушению авторских прав, а с другой, в ситуации, даже когда авторы действуют на условиях устного какого-то согласования вопросов использования своих произведений, в дальнейшем возникающие разногласия, отсутствие, собственно, письменной формы письменно оформленного документа, в котором бы эти вопросы были урегулированы, создают разного рода почву для конфликтов, которые нередко доходят и до суда. Спасибо большое за приглашение и вообще за радость присутствовать в вашем уникальном вузе, потому что действительно для юридического факультета это уникальное, по-моему, условие и обучение, и труда. В Минске это все совсем по-другому. Участники семинара подробнее рассказали о своих докладах, а также вопросах, которые должны были обсуждаться в ходе работы круглого стола. Особенность данного семинара в том, что он приобрел статус ежегодного республиканского форума, на котором учеными и практиками обсуждаются самые различные институты права интеллектуальной собственности. Научные дискуссии по содержательным и интересным докладам вызвали живой отклик у всех участников семинара, которые получили возможность приобщиться и к такой экстравагантной области, как право интеллектуальной собственности в сфере реставрации. Результат работы семинара, несомненно, найдет свое отражение в научной работе студентов, магистрантов и аспирантов, которые также стали участниками семинара. Тема моего доклада – это возможности авторской правовой охраны произведений, созданных искусственным интеллектом. Не секрет ни для кого, что искусственный интеллект тесно входит в нашу жизнь. И сейчас, недавно на Ютубе был опубликован фильм, который был снят на основании сценария, созданных нейронной сетью. Также ежегодно проходит конкурс работ, которые создаются роботами. И поэтому эта тема является очень актуальной в настоящее время. Сегодня я планирую услышать много интересных докладов, потому что у нас очень эрудированные, начитанные гости, у которых можно получить полезную информацию. У нас сегодня судья Верховного суда Республики Беларусь, также есть представитель Национального центра интеллектуальной собственности. И я думаю, мы сможем обсудить много новых правовых проблем в сфере авторского права.